На старт! В загородном лагере «Сокол» подходит к концу первая оздоровительная смена. В этом году ее посетили более 150 юных ульяновских спортсменов. Впечатление очень хорошее. Тут в лагере много разных видов спорта, например, плавание, биатлон или легкая атлетика. Я вот занимаюсь тут легкой атлетикой. А ребята очень классные, хорошие. Мы с ними вот подружились прямо в первый день. Они мне помогают, я им тоже помогаю. Зарядка и две полноценные тренировки в день. Такова физическая нагрузка в «Соколе». Среди отдыхающих 16 воспитанников областной школы тяжелой атлетики. Как новички, так и опытные спортсмены. Они работают под руководством тренера Александра Сорокина. Когда-то он сам отдыхал здесь, будучи спортсменом. Теперь, говорит наставник, условия гораздо лучше. У нас есть и баня, и душ горячий всегда есть, и бассейн у нас присутствует. Питание очень хорошее, пятиразовое питание, полдник, второй ужин. Ну и взгляд со стороны, что родители ни одной претензии к нам не предъявляют. Спортивному лагерю «Сокол», что расположен в селе Акшуат Барышевского района, уже не один десяток лет. Его с большой долей уверенности можно назвать главной летней оздоровительной базой ульяновского спорта. Через него прошли многие известные ульяновские атлеты. Здесь, констатируют наставники, закаляется чемпионский характер, формируется командный дух. Дети в лагере всегда взрослеют, приезжают домой, родители их не узнают. Они каждый стараются быть лидером, и поэтому у них формируются личные качества, командные, они дружнее становятся после лагеря. Плавание и самбо, тяжелоатлетика и биатлон, и, конечно, королева спорта – легкая атлетика. «Сокол» принимает представителей разных видов спорта. И хотя график тренировок плотный, юные спортсмены не отлынивают и от творческих конкурсов. За смену их проводят несколько. На территории лагеря действует библиотека, детки читают, свободное тренировок время. То есть они развиваются разносторонне, не только занимаются здесь спортивной подготовкой. Вскоре «Сокол» просится с первой смены, но всего через пару дней – новая. В июле она будет расширена до 200 юных спортсменов. Еще столько же отдохнут и в августе. Путевки в лагерь раскуплены давно, свободных мест нет. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».